сейчас мы просто обсудим несколько вопросов, касающих увеличения объема вывозов, ускорения работ, и чтобы не было у нас того, что произошло на днях, когда была парализована работа по вывозу. Сегодня работа стабилизирована. Глава района Олег Хромов провел переговоры, в результате которых еще несколько полигонов дали свое согласие на прием мусора. Таким образом, администрация района и города старается нагнать темпы, которые были упущены из-за поднятой шумихи вокруг этой темы. Вот очередная уже четвертая машина, четвертый автопоезд грузится.